Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Ривенгард. Ну что ж, забираем свои бонусы за ежедневный вход. Это 50 монет всего лишь. И нам доступен бесплатно... Ага, не сундук, монетки. Забираем. Ну что, друзья, сегодня попробуем дойти вот до этой магички. Я так понимаю, что это маг, а может быть хиллер. Морозная долина. Ну что же, приступаем. 46-я миссия. Ёлки ты, палки, вы серьезно? Столько много бойцов? Хорошо, что здесь написано «легкий бой». Давай проверим, насколько он легкий. Я, если честно, сомневаюсь маленечко. Ага. Ё-моё, три мага позади. Пять воинов. Четыре лучника. Я не знаю, как мы здесь будем с тобой справляться. Знаешь, что я хочу? Я хочу испытать нашего лучника, но, наверное, пока не стоит. Давай посмотрим для начала тактику, что они будут вообще здесь делать. Пропустим с тобой ход. Пускай они сюда ко мне подходят поближе. Ой-ой-ой, вот этого я и боялся. Ты посмотри, они начинают призывать воинов. Хорошо, давай, родной. Попробуем так сделать. Прекрасно, троих он сразу убрал. Теперь дракончик. Пускай, наверное, сюда. А он что, не достает? Не достает. Окей, так, теперь попробуем вот так сделать. Бабулечка, ты, наверное... Подожди-ка секунду. Вот так вот нам надо. И провокацию ты... Не достает. Давай сюда поставим. Ой-ой-ой, что тут происходит, друзья? Ты посмотри. Вот эти вот, конечно, воины очень сильные. Ладно. Давай попробуем здесь разобраться с тобой. Надо магов убивать. Это в первую очередь. Блин, я боюсь дракона сюда выставлять, потому что... А вдруг его пробьют? Давай немножко подальше его поставим. Ай. Да что ж ты будешь делать? Хорошо, молодец, здесь он классненько сделал. Вопрос в следующем. Куда мне убрать конника, чтобы его сразу не завалили? Можно, в принципе, наверх сюда забраться? Можно. Но вот нужно ли? Блин, а я Ханну не взял, у меня нету хиллера. Есть бабуля, конечно, как хиллер. Но она не особо сильно прокачанная. Ладно, попробуем. Эх, не достает. Знаешь, что я могу сделать? Смотри. Специально взять на себя провокацию. В этот момент уничтожить одного мага. Боюсь, этот солдафон пойдет на бабку. Это не точно, но он может такое сделать. Слушай, я думаю, бабка выживет. Я надеюсь на это. Так. Ну вот, смотри, что у нас получается. Два вот этих вот воина. Довольно сильных причем. Блин, бабуля, бабуля. Ну что сделать с бабулей? Так, дракон может сразу уничтожить, да? Сделаем так. Сделаем вот так. И вот так. А бабулю уберем подальше немножко. И хильнем. Вот так. Слушай, есть шанс у нас с тобой здесь победить. Есть. Я тебе скажу, даже очень хороший шанс. Мы уже победили. Фу, вот что значит аккуратность и стратегия, друзья мои. О, камушки получили. Плюс еще какую-то там кружку, да, с пивасиком. Но пока мы это никуда не можем с тобой применить. 47-я миссия. Да ё-моё, что тут за орды уже начинают против меня выступать? Я на это не подписывался. Ну что, наверное, здесь также мы с тобой поступим. Здесь нет магов, и это плюс. Но есть лучники, и это минус. Пускай они сами ко мне идут. Ага. По идее, здесь нужно вызывать нашего мага. По идее, ребят. Ох, вот это хорошо. Я даже сам не ожидал, что вот так вот получится. Теперь сделаем с тобой вот так вот.
Прекрасно. Так, бабуля, бабуля. Бабуля пускай пока стоит. Здесь мы с тобой сделаем, знаешь что, провокацию. Провокацию, чтобы они все на меня обратили. А почему только один? Они же должны были все как бы на меня обратить внимание. Что-то странное тут происходит. Дракончика. Если я выкину его туда, мне кажется, ему крышка будет. Бабулю, наверное, тоже пока не будем трогать. Давай посмотрим. Так. Ага, по дублям бомбят, это классно. Минус лучники. Давай, наверное, попробуем. Да что ж такое-то? Двойники сильнее, чем мой основной персонаж. Как такое может быть? Ну что, начнем потихоньку разбирать тогда, да? Что-то как-то паршивенько, если честно, разбирается. Блин, бабулю, если я выставлю, этот лучник подобьет, мне кажется. Давай пропустим, посмотрим, что получится. Вот хорошо, что они всегда бьют в первую очередь двойников, а не моего основного персонажа. Так, ну здесь, по-моему, все, да? Или это только так кажется? Или только так кажется? Я не буду выставлять бабулю вперед вместе с драконом, потому что мы знаем прекрасно, они очень слабые. Их могут с одной плюшки уронить. Вот тут можно уже как на... Ага, на добивку. Мы даже не достаем с тобой. Бабуль, ты тоже? Нет, она никак не может. Ладно. В любом случае, здесь мы с тобой уже прошли. Да бомби ты уже. Нормуль, нормуль получилось. У нас скоро бабуля и маг получат уровень. Конечно, хочется прокачивать и Зольку, и всех остальных. Так, а здесь все-таки есть один маг. Вот как без него? Ну как без магов? И, конечно, он будет стоять сзади всех. Естественно. Я даже никуда не пойду. Единственное, что я хочу сделать, это... Подожди, поставь обратно. Это убрать бабульку отсюда. А как они пойдут? Хм. Давай-ка посмотрим. Я не могу понять. Они все столпились здесь. Значит, нам нужно с тобой сделать в первую очередь вот так. Прекрасно. Потом перекрыть им. А если я перекрою, здесь лучники будут. Блин, по-моему, маг попал у меня, да? По-моему, маг попал, потому что сейчас лучники выстрелят, и все, и крышка. Единственная надежда, конечно же, на нашего конника, что он сможет прикрыть. Но я в очень этом сомневаюсь. Посмотрим. Так и есть. То, что я думал, так они и делают. Слушай, а если вот здесь мы поджарим? Окей. Блин, как сделать-то, а? Бабуль. А, можем вот так уничтожить. Ну давай. Блин, единственный недостаток, что я не могу теперь туда двинуться. Если только как-то разделить урон между всеми. Или убрать конника. Если я уберу конника, мне кажется... Мне кажется, они убьют либо моего мага, либо бабулю. Вот незадача. Ладно, давай глянем, что получится. Так и есть. Ты представляешь, вот она подошла и с удара просто бабку наказала. Просто с удара. Блин, обидно, нет слов. Какая же бабка все-таки ватная. Может быть, ее в этом раунде не брать, а? Давай, наверное, мы не будем ее брать в этом раунде. О, да тут и лучник у меня. Ой, лучник. И конник погиб. Тогда в любом случае здесь нужно будет переигрывать. В любом случае. И знаешь, что я тебе скажу? Я скажу тебе больше. Здесь, скорее всего, нужны нам дальники. Потому что здесь, как бы тебе сказать, ущелье вот это вот. Наши герои не могут просто пройти. А его лучники по нам очень хорошо бомбят. Давай-ка проверим мою теорию. Так, еще раз. И попробуем на этот раз взять. Так. Убираем, короче, с тобой вот этого. Бабулю. А, тут надо взамен ставить. Хорошо, сделаем вот так вот. Бабуль убираем, ставим Монти.
уж не знаю, насколько это хорошо, друзья. Но стоит попытаться. Короче, конника мы, наверное, с тобой сразу вот сюда выдвигаем. Прикрывать будет его дракон. Два лучника будут стоять здесь. Поехали. Ах ты... Что ж ты творишь? Дракон, ты сможешь ее накрыть? Молодец, красавчик. Так, ну что? Блин, опять лучники. Они же могут попасть. Они же могут попасть по дракону. А дракон тоже ватный у нас, насколько мы помним. Хотя, если мы сделаем с тобой следующий расклад, ну-ка. Блин, не уничтожили. Ну давай так добьем тогда. Да чтоб тебе, ну. О-о-о-о-о-о-о. Кто-то сейчас упадет. Слава богу, никто не упал, но... Как ее звать-то? А, Кацуме. Кацуме, ребята, ну вот-вот. И отдуплится. Че, я могу только вот так сделать? Отодвинуть ее? Убило. Здесь попытаться... А здесь ничего не сделаешь. Как же я боюсь за рыцаря, за нашего законника. Ну-ка попробуем. Может быть, как-то так получится. Огня у нас с тобой нету, да? Два раза выстрелен, да, и, в принципе, крышка моему магу. Посмотрим. Ай. Вот это было хорошо. Вот это было замечательно сейчас сделано. Тогда остается, ребята, очень мало врагов у них. Так, маг, нет, сюда ты не пойдешь у меня. Пойдут у меня сюда лучники. Ой, я рискую, я, блин, очень сильно. Так, пропускаем ход, погнали. Ай-яй-яй-яй-яй. Погнали. Тут уже не до шуточек. Если маг встанет сюда. Блин, у него очень мало здоровья. Давай-ка лучше уберем его, наоборот. Что-то от моих лучников здесь толку вообще никакого не было, если честно. Пропускаем ход. Давай, вали. Угу. Завалил. Монти, ты даже своим фирменным супер дальним ударом не можешь достать, да, получается? Блин, бедный сэр, а его там пинают. Кромсают. Даже не достает, ты прикинь? Мага вывести сюда. Упадет. Давай лучше наоборот подальше его. Я не могу понять, почему мы так слабо бьем? Вот так вот. Ага, под критовку попал. Он, интересно, если я сюда Монти выставлю, не сможет его бежать? Вот так вот. Ай-яй-яй. Давай-ка звезданем ему. И... Да. Да, друзья мои, прекрасно все у нас получилось. Книжка опыта большая. То есть мы с тобой можем прокачивать. Кацумы, наверное, нужно прокачать. Потому что она слабенькая сейчас. Что у нас тут? Ага, нет, это мы уже забрали. Вот. 300 монет. Кстати, деньги, ребята, здесь улетают очень быстро. Поначалу я думал, что... Некуда их тратить, но на самом деле есть куда. Угу. Продолжаем разговор. 49-я миссия. Ох, ё. А чё так много-то? Скажем разом все больше и больше. Упс. Нет, ну тут явная Хана не должна быть. Это факт. Вот кого вместо нее поставить? Блин, мы этого с тобой не проюзали. Кстати, ты заметил, да, что у меня вот этот персонажик уже две звезды имеет? Да, прокачался он. И я вот не знаю, что делать. Ты посмотри, какая тут армия стоит. А мне всего дают 4 персонажа на все это. Типа, как хочешь, так и делись. Может, бабуля? Глупо, наверное. Ладно, будем пытаться.
Поехали отсюда начнем. Эх, дракончик, дракончик. Им тут просто путь... А, как ты им путь перекроешь? Так, вон там я вижу еще маг. Так, бабуль, наяривай. Ай-яй-яй-яй-яй, бабуля, бабуля. Попробуем все-таки бомбануть. Отлично. Ать, ать. Тихо-тихо, друзья мои, тихо. Еще не все потеряно. Ну-ка. Предположим. Так, если... Да куда ж ты ушел-то? Они сейчас бабку... Они сейчас бабку уничтожат. Ты спросишь, как? Да вот так вот он обойдет и все, и бомбанет по ней. Дракон, дракона моего пинает. Ну-ка сюда, если... Отлично. Как бы так сделать-то, а? И хочется дракончика спасти, а вот как? Хильнуть его и убрать в кусты? Бабуля, ты что не хиляешь-то? Странно, бабуля не хиляет у меня. Так, и ты даже до сюда не можешь дойти. Сюда, короче, спрячь его. Он поб... Ай! Тихо, тихо, ребят. Дракон. Дракон чудом у меня выжил. Я не знаю, как ему удалось избежать атаки. Но вот все, ребята, у нас получилось. Блин. 50 уровень, поехали. Так, тут 4 воина и 1 лучник. 4 воина и 1 лучник, ладно. Че, мне всего 3 персона... Они все меньше, меньше, меньше мне дают. Погнали. Пускай они сами ко мне сюда бегут. Так. Готовим. Идеально. Так, теперь сюда, наверное, бомбанем. А здесь... Нет, здесь мы с тобой лучше сделаем вот так вот. Ну-ка. Вот сразу начинают бомбить дракона. Я уже заметил, ребят. Сразу же. Что у них вот за мания такая? Бомбить моего дракона. Все причем хотят. Все лезут. Видимо, чувствуют, что дракон слабее. Поэтому вот сюда его хотя бы переместим. Здесь будет на 50% меньше урона получать в кустах. Все, выиграли. Прекрасно. Так, скоро маг получит левел. И мы его прокачаем чуть-чуть. Так, 51-я миссия у нас. Этот бой уже написан на нормальный. 2 черепка. Ну и награда, соответственно, тоже нормальная. Гибба и гоба. Раз, два, три, четыре. Нифига, тут одни лучники плюс маг. Очень интересно. Давай-ка я, наверное, сделаю вот так. Блин. И, наверное, вот так. То есть, если я сейчас захочу, чтобы они подошли, они... Они подошли. Ох, поехали. А почему так фиговенько? Прекрасно. Не достаем, да? Не достаем. Ладно, давай сюда, конник, беги. Конник, беги. Да что ж ты будешь делать? Провокацию я не возьму. Или возьму? Офигеть! Гоблин вышел, называется, блин, и получил звездюлей. Понятно, гоблин, короче, мы с тобой убираем из нашей команды. Лучше тут действительно, наверное... наверное, тут точно нужны были одни лучники, друзья. Ну что это такое, а?
И вот этот такой мощный, блин. Вообще паршиво сыграли. Ну вот просто хуже и быть не может. Еще даже не факт, что мы здесь с тобой пройдем. Такое ощущение, что здесь нужен персонаж, либо танк, офигенный танк, которому по барабану эти лучники, либо который имеет очень офигенный уворот, и он просто может избегать выстрелов. Вот таких персонажей у меня нету. К сожалению. Выиграли. Ну что, давай, наверное, еще разочек попробуем переиграть. Или как, или пойдем дальше, а уже потом будем допроходить. Ладно, давай пойдем дальше. Ой-ё. Три. Нет, они, по-моему, тут вообще, ребят, припупели. Гоба, иди-ка ты, знаешь куда. Возьму я лучше бабулех. И знаешь, как это нужно сделать? Надо поменять местами, да-да-да, вот так вот. Ну что, попробуем начать. Так, конника, может быть, вначале вызвать. Лучше вначале конника позову. Что ты делаешь? Блин, я вообще не то хотел. Бабуля бом... Нет, она не бомбанет. Зачем я его опять сюда поставил? Да ё-моё, эти же лучники достанут, ведь так? А, еще и же тут... Ну-ка. Ну, неплохо, кстати, наносит она дамаг. Блин, как вот мне... Я не могу взять. Я не могу взять ее. Как быть-то? Ну, магов однозначно нужно убивать здесь. Другому просто быть не может здесь. Единственное, что вот эти вот... Оу. Нет, 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 хорош. Подожди, что же тут сделать? Как бы сделать получше? Может, вот так вот? Отлично. А этого дракона нам надо убрать. И вопрос, что нам его убрать, некуда с тобой. Здесь придется применять. Я не могу, не достает. Круто. Так, родной, ты сможешь вот так вот сделать провокацию и взять дополнительную. Взял, да, отлично. Уводим бабулю сюда. Делаем отхил. Дракона тоже убираем. Блин, ну они ведь добегут до него. Лучник добежит. Хотя, постой, постой, постой. Может быть. Может быть, обойдется. Смотри, что я хочу сейчас сделать. Применить цепную молнию вот сюда. Угу. Так. А этого нам, наверное, не получится уничтожить. Попробуем все-таки его прожарить сейчас. Есть. Значит, вот здесь вот. Блин, не дотянулись маленечко, да? Не дотянулись, не достали. Давай, короче, сделаем так. Теперь вот так вот. И... Ну, вот, блин, вы серьезно? Короче, хиляем нашего... Бабуль, я не могу понять, почему ты не можешь хильнуть дракона? Тебе что, влом? Я не пойму. Пропускай ход, короче, смотрим. Ай! Повезло нам. Повезло, что маг остался в живых. И он апнулся. Он получил левел ап. Фух. Какие напряженные бои пошли, а, друзья мои. Давай. 1000, ты прикинь, уже 1000 с лишним даже стоит прокачка одного скилла. Да, друзья мои, мы так далеко не уедем. Может быть, этого?
Корина прокачать, малька, а? Всего лишь третий уровень получает. Слабенький еще. Совсем слабенький. Вот почему он, ребят, не может ничего носить. Из-за того, что... Что? А. То, что уровень ему не позволяет носить какие-то определенные шмотки. И пока ты его не прокачаешь, естественно, он повышение ранга не получит. Об этом не стоит забывать. Ну что у нас тут? Замечательно. Что тебе могу сказать? Раз, два, три, четыре, пять магов. Угу. И два воина. Вы сейчас вот серьезно? Вы хотите, чтобы я вот этим отрядом вот здесь вот... Ну как это сделать? Мне просто нет слов. Придется пробовать. Окей. Предположим, ребята. И вот так вот. Начинает призывать своих магов, да? Ой, магов, своих солдатов, воинов этих. Блин, мы не успеем. Они успеют призвать. Давай ее уничтожим. То, что они начинают бомбить моих вот этих вот рыцарей, двойников, это самый смак. Вот маги очень хороши против воинов. Очень, ребят, хороши. Хотя бы от одного избавились. Теперь, если я поставлю сюда вот так вот, лишь бы дракона не кританули. Я вообще его, наверное, уберу сейчас. Вот сюда. Ага, и добиваем. Блин, вот это вот, как тебе сказать, ответный удар, который находится у нашего мага, это круто. Причем он наносит офигенный дамаг. То есть, если его кто-то ударил, он в ответку бьет электричеством. Так, здесь у нас три мага, три лучника и два воина. Попробуем. Вот этого снеговика бы как-нибудь получить. Ох ты. Ох ты, ох ты, ох ты. Значит, оп. Блин, ребята, зачем я так нажал на кнопку? О, ё-моё. Ну вот зачем я поспешил, а? Скажи, вот мне на милость. Так, бабуль, ты сможешь? По идее, должна смочь. Но почему-то только... А, погоди секунду. Вот так мы с тобой сделаем. Ай! Вот этого я и говорил тебе. Я боюсь, когда вот так вот все происходит. Видишь, у бабулечки что там получается. Все очень печально. Хиляйся, бабка. Все равно пробежит. Сможет пробежать? Обойдет вот так. Ага. Тогда еще поборемся. Так, Даркош, ну... Бейте, бейте этого супостата. Крупно повезло. Ребят, я в меньшинстве прошел. Я забыл рыцаря взять. Точнее, не рыцаря, а кого я там? Мага, мага не взял. Я его убрал, а потом нажал начать бой, и все. Так, ну что, 55-й... Ох ты... Это одни маги. Одни, черт подери, их маги. Тут... тут я не знаю, ребят. Как тут можно выиграть? Там одни маги. Офигеть, я даже не смогу применить заклинание. Ох-хо-хо, сейчас эта вся армада двинется на меня, естественно, да?
смотреть, что творят. Это ужас. Это, ребята, ужас какой-то. Поехали. Так, тебе надо... А что, ты только туда, что ли, можешь? Так, бабуль, влупляй. Влупила, да не то, что нужно. Эй! Да блин, бабку завалили, а? Чтоб вас, супостаты. Жарим. Ребята, жарим именно цепной молнией. Кто у меня тут? Давай так попробую. Все, да призывалось, да? А мог бы добить. Мак упал. Что за разборки там, а? Лютые. Весь Монти, наверное, не доживет. Да, выглядит все, конечно, хорошо, но на самом деле все намного плачевно. Давай-ка мы сюда подведем наших орлов. Монти, а почему ты не можешь здесь пройти? Я не понимаю, здесь преграда тебе типа мешает? Или что? Ну да, скорее всего, он не может пройти, видишь, здесь. Ребят, ну одна звезда. Ну ты сам видел, тут уж что-то как-то перебор, по-моему. Столько магов. Ладно, мы с тобой зачистим это все обязательно, но попозже. Сейчас главное пройти. Там уже будем смотреть по нашим этим, что тут такое у них. А, меня со всех сторон типа окружили. Ладно, ставим сюда дракона и поставлю вот так вот. Ну что же, начнем. Жалко, что я не могу, знаешь, сделать свой фирменный удар молнией. Свой фирменный удар молнией. Ох, блок. Смотрим. Блин, бабка. Бабка, как всегда, в своем репертуаре. Отдуплилась, короче, она. Отдуплилась. Слишком какие-то крепкие они тут вообще. Он я... А, так он правильно, он стоит-то где? Он стоит в кустах. Поэтому у меня не получается его подбить. Поэтому так вот все и происходит. Нет, друзья мои, тут фейл. Чистой воды, мы не пройдем. Этот вот встал в кусты и стоит, наяривает. Надо было мне занимать эту позицию с кустами. 50% меньше повреждений он получает, если кто не знал, когда он находится в кустах. Да все тут, даже это, хотя подожди. Да не, вряд ли мы тут сможем с тобой. Ну хотя, кто его знает, давай попробуем. Может получится забомбить. А откуда у нас... А, у нас стоит рядом воины, мы с тобой отхиливаемся.
он нас хилит, когда он находится рядом. Да, ну хотя бы какую-то награду получим. Еще раз. Видишь, он изначально стоит в кустах. Не стоит к нему подходить. Бабку, бабку я никак не могу, ребята. Надо было... А, кстати, бабку надо убрать. Да и поставить вот так вот, наверное. Посмотрим. Значит так, я могу зайти в кусты вот сюда сам. Окей, здесь мы сделаем вот таким образом. Этого возьмем под провокацию. Дракончика надо куда-то, я не знаю, убрать. Куда-нибудь подальше, в принципе. Вот сюда я поставлю, наверное. Вот так вот сделаем. Куда вот дракона-то убрать? Сюда, может быть? Ну ладно, пускай будет так, предположим. Да чтоб вас, все равно он мне за мобильный дракон, а. Не, все равно мне забомбили дракона, друзья. Это тоже слабачка. Она не вытянет. Она не вытянет. Ее не стоит брать даже, мне кажется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как тут, ребят, нас разбирают? Ты посмотри просто. Слишком какие-то имбовые здесь воины. И причем кусты только здесь находятся. Вот в этих кустах, по идее, нам с тобой лучше прятаться. Ну как это сделать на всех, я вот не знаю, ребят. Ну, чтобы на всех. У нас тут три места. Ладно, сейчас попробуем переиграть. Или пройти дальше, а уже потом. Да, наверное, мы пойдем с собой дальше, а там уже немножко окрепнем, перепройдем. Но это вообще жесть какая-то. Это хорошо, что нас хиляет, а? Хорошо, что стоит рядом вот этот вот эфирный солдат, призванный нами. И он хиляет очень офигенно. По 62 за раз. Ушатали мы его. Ладно, друзья мои, пойдем тогда дальше. Что-то как-то тут слишком люто. 57-я миссия, да? Значит, а здесь есть один маг, один лучник. И опять же куча этих солдат. Нет, родная, ты уже все отыграла свое. Блин, надо ее как-то прокачивать, по идее. Но смотри, мы можем начать вот так. Начал, блин. Поехали. Прекрасно. Сюда. И сюда. Лучница пускай пока стоит сзади. Ну что, теперь наша очередь веселиться здесь. Двоих взял, да, на себя. Что у тебя это за стрела? Объясни-ка мне, на милость. Серьезно? Вот так это делается? Ну я тебе скажу, что это круто. Она рикошетит между солдатами, между воинами. Так, этого тогда я уничтожу. Дракона вот сюда поставим с тобой и будем уже отсюда бомбить. Ну-ка. Высший класс, ребята, высший класс. Ну-ка, вот так тебе. Хорошо.
Ну тут, да, тут победа за нами. Погоди-ка. А, не добил. Тут круто. Слушай, ну мне понравилось у Кацуме. Удар. Так, дракон у нас получил левел ап. Давай-ка мы его прокачаем чуть-чуть. Где у нас тут? Блин, 900. 900. Офигеть. Где вот эти вот когти, а? Найти. Разочек попробуем, да, рейд? И шиш тебе, не когти. Я понял. Да подожди, ты куда-то меня выкидываешь? 58-я миссия. 4 мага и 4 лучника. Еще не легче. И смотри, как все сделали, а? Вот жучары. Так, ну, здесь надо вот таким вот образом, скорее всего, пытаться. А здесь... Почти, почти получилось, ребят. И вот так. Эй! Вот это вот не образило ли? Блин, а как тут сейчас нам сделать с тобой поэффективнее? Вот этого надо бомбить. Да ебарасоте, блин. Они специально делают меньшинство из наших войн, чтобы мы не могли просто их уничтожить всех. Вот и все. Смотри, что происходит. Так, давай сюда встанем с тобой. На исцеляющую клетку. Забомбят, да? Забомбят. Тогда сюда идем. Пускай он тут. Ну бей! Кто кого передамажит, что ли, я не пойму. Ну ясен перец я, потому что у меня отхил идет. Да, серьезные уровни, конечно, пошли. Тут уже без прокачки, ну явно делать нечего. Очень все серьезно. Так, конник скоро получит уровень. И почему-то одни деньги дают. Что-то мы получили с тобой, ну-ка. Забираем 300 монет. Так, понятно. Карточку. Очень скудно. 50. Ну ты посмотри. Очень тяжелый бой. И они вот на этот очень тяжелый бой дают тебе всего лишь 3 воинов. Играй как хочешь, называется. Молодцы. Начать. Пропустим ход. Ай, сейчас маги же начнут там призовом заниматься. Поехали. Давай, дракон, прям влупляй туда. Эть, и выйти не могу. А нет, могу, могу. Очень тяжелый бой, я вижу. С пару плюшек уничтожает, да? Трындец. Сегодня не получится, друзья мои, пройти вот это, по-моему, испытание. Ну, вот эту главу. Ты просто посмотри, что происходит. Это невозможно. В данный момент... При моей прокачке это невозможно. Ты просто посмотри, какие тут войска и вообще что здесь творится. Как они бомбят уже. Сколько они наносят урона, дамага. И я еще больше убеждаюсь в том, что мне нужно прокачивать моих новых персонажей, у которых массовые атаки. Именно ледяного голема. Трындец. Поражение.
Рыцарь получил уровень. Ну, хотя бы так. Давай прокачаем его чуть-чуть. На один левел, да, он поднялся. Поехали. Ты видел ценники? 1250. Вот так вот. Так, слушай, у меня еще этого голема нету. Бабуля, а ты как? Она 10 уровень имеет. Ну такая ватненькая, а. Ну-ка. Не хватает, он всего лишь 4 уровня, ребята. Но у него вот эти вот шипы довольно прикольные. Жалко только, что и мои могут получать урон. Энергия пока еще есть. Так, а у нас и тут с тобой не пройдено, да, получается? Везде сундуки есть, а вот здесь нету. Давай попробуем забрать тут сундук. Значит так, 2 мага, 2 лучника, да, и 2 воина, получается так. Угу. Кацума мы, наверное, с тобой берем. Поставлю, наверное, бабулех. Пускай будет. Ну что, попробуем. Чуть-чуть с тобой поближе встанем сюда. Вот так вот. Пускай дальше сами ходят. Да иди ты, блин. Так, ну один маг, по крайней мере, к нам сюда подтянулся. Один. Мы можем с тобой даже вот так сделать. Тора, иди сюда. А ты попробуй хильнуть мне. Все, ничего, он уже не хильнет. Будем надеяться, что вот этого вот призывного мы с тобой сможем одолеть. В принципе, маги против них очень хорошо бомбят. Бабуля не достает, да? Тогда бабуля... А, подожди, у бабули есть же... Не достает. Тогда пропускаем ход. Ну, тут все отлично. Видишь, когда перепроходишь уже потом на свежую голову, все отлично, ребят, выходит. Пропускаем. Есть. И сундук мы с тобой сейчас заберем, эпический, кстати. Мало того, что шмотки нормальные получили, еще сундук эпический. Так что откроем, посмотрим, что там. Подожди секунду. Блин, совсем забыл, здесь-то мы с тобой не прошли. У нас энергии, да, не хватает. Тратим. Тратим, друзья мои, тратим наши гемы. Я должен здесь завершить все-таки это дело до конца. Поехали. Перекрываем сразу все пути. Там маги есть? Маг один только. Не забывай, что этот чудик летает. Пропускаем ход. Занимаем вот эту нишу. И что, и что? Нет, это невыгодно. Вставай сюда. Бери провокацию. Бабуль, ты достанешь? Да достать-то она достанет, но... Меня не устраивает атака по одному юниту. Дракона тоже нам лучше пока убрать отсюда. Бабуля пройти не может, да? Мы с тобой в кустах стоим? По-моему, да. Поэтому давай... Будем атаковать. Пропускай ход. Стоим, стоим, стоим. Держимся, ребята, держимся. Теперь наша очередь. А почему? Очень странно. Почему-то только на одного сработало. Если я сюда звездану, я боюсь свою поджарю. Но деваться некуда. Он сгореть должен, по идее. Теперь главное, чтобы выстоял мой... Конник. Можно попробовать хильнуть его.
не особо сильный хил. Так, как бы на мага не переключились сейчас эти охламоны все. Отлично. Все, мы захиляли своего рыцаря. Ну, все, в принципе, ребят, победа за нами. Должна быть, по идее. Если что-то не собьется, конечно. Так, вставай. Дракоша, вставай сюда, потому что он может на бабку приключиться, и все, тогда будет плохо нам. Могли бы, конечно, мы встать с тобой на клеточку, на отхил, куда сейчас вот вражина встал. Мы его отсюда уберем, сами встанем сюда и начнем отсюда уже раздавать звездюлей. Добьешь? Блин, а вот это вот зря. А вот это ты зря туда, дракоша, встал-то. Ой, зря. Ну-ка посмотрим. Давай бомбить. Ну что, крышка ему? Все. Прошли, друзья мои, на 3 звездочки. Соответственно, мы с тобой получим сейчас эпический сундук. И плюс 20 карточек мы получили, да, на Корина. Это круто. Забираем сундук. Монеты. Гемы. Щит. Еще один щит. И 3 карточки. Видимо, какой-то пустынный ассасин. Смотрим, что у нас тут. Так, погоди. Ага. Не понял, погоди-ка. А, тут выбор, либо здесь, либо здесь. Ага, понятно. Так, забираем здесь награду. Монетки, билеты. Карточка на снеговика. Фух. Ладно, здесь прошли мы с тобой. Попытаться здесь, может быть, нам пройти этого снеговика. Сложного. 3 звездочки бой все-таки, друзья мои. Блин, еще вот это вот заморозка. Все, ладно, давай попробуем. Конника вот сюда поставим с тобой и будем отбиваться. Полыхнуть сюда вот если. Ну-ка. И молнию, да? Слушай, ну довольно прикольно получилось. Снеговик, конечно, нам этого не простит, мне кажется. В плане, бабуль, ты как туда... Ага, нет. Не надо мне, чтобы ты туда шла. Давай вот так вот сделаем. Ух! Блин, это бесполезно, ребята. Чё-то снеговик уж тут вообще лютует не по-детски. Я думал, может быть, как-то все-таки немножко мы здесь с тобой, ну, продержимся. Но, как видишь, нифига мы с тобой тут не продержимся. Он также разберет нам и дракончика нашего. Он с удара валит. А сколько же у тебя дамага-то, парень? Как тогда с тобой вообще здесь разбираться? Скажи-ка мне на милость. Как у нас получилось его вообще бомбануть с таким... Ты посмотри, что творится. Не, ребят, ну это нереал какой-то. Плюшки раздают только шорох. Как твои характеристики глянуть, а? Атака 76. То есть мои юниты настолько ватные, что их просто с удара можно убить. Дай-ка я еще разок попробую. Так, занимаем с тобой ниши. Мне что-то подсказывает, что снеговика нужно бомбить именно суператаками. Именно суператаками. То есть магией, заклинаниями, вот это вот все прочее-прочее. Пропустим ход, сейчас посмотрим, что у нас выйдет. Может, хорош уже? Да ничего хорошего не уходит, ребят.
вообще ничего хорошего не выходит. По идее, он снеговик, он должен бояться огня. Но он не боится. Он смеется нам в лицо. Трындец, конечно, а. Да это какой-то супер-пупер снеговик, которого невозможно убить. А как же мы его с тобой? Надо будет пересмотреть серию, как мы его вообще убили. Смотри, я ничего ему не наношу, никаких повреждений. Минус маг. Ну, естественно, Тара сейчас тоже упадет. А он еще и встал на клеточку с хархи... Сколько он нам отхиливает? 500 тысяч хп, серьезно? Да. Да. Что могу сказать? Да нечего тут говорить, ребят. Просто жесть. Лютует, но не по-детски. И ничего я не могу с ним сделать, с этим снеговиком. Вот что самое обидное-то. И тут тоже какая-то... Я боюсь даже представить, что здесь будет за босс. Ну вот как вот тут вот быть, а? Вообще ни одной идейки даже в голове нету. Они сами-то по себе сильные, особенно вот этот вот, видишь? И такие же призывают маги. Нет, ты встань на место. Если я сюда ломанусь, они меня здесь прижучат. Верно? Верно. Они меня просто расстреляют. Поэтому я могу вот сюда, предположим, встать. Сюда могу встать. Вот такую вот расстановку сделать и посмотреть. Вот они, три мага. Начинают делать свой призыв. Мне преградили здесь путь. Ну-ка попробуем. А если так? Ну-ка. Вообще не получается. Всех спровоцировал на себя. Дракону сейчас крышка, да, будет? Бабулю сейчас еще нахлобучат. Так, смотрим. Сейчас еще и Тару накроют. Ужасы какие-то тут происходят. Просто ужасы. Мне бы просто хотя бы пройти этот уровень. Там одним-двумя уже не имеет значения. Лишь бы пройти. Ну что-то мне подсказывает, что шиш тебе, а не пройти здесь. Тут еще даже хуже, чем в тот раз. Блин. Как быть? Может, Тара убрать? Если я Тара уберу, поставлю, например, сюда лучника. Бабулю мы оставим с тобой. Слушай, вместо вот этого лучше возьмем вот так вот. Будем потихоньку... Потихоньку выдвигаться, да? Сюда. Ну, поехали, посмотрим. Эх, была не была. А, я не смогу, да? Давай так сделаем. Жаривай. Ну, если я... В плане слишком далеко, почему? Давай тогда так сделаем. Все равно не могу ничего сюда не пройти, ничего, блин. Бабку ушатают. Верно же? Ладно, маг, встань сюда в кусты. Если мы будем с тобой хотя бы в кустах все стоять. Они... Кого это тут убили? Бабку.
Просто взяли и бабку шатали. Да почему блок-то у них у всех сработал-то? Ну на каком основании, блин, блок-то у них сработал? Не понимаю я. Да ну, ребят, ну это бред. Это просто бред. Ну как тут можно вообще выиграть? Если они такую дичь тут вытворяют, ты посмотри. Я в ахере просто, понимаешь? Я просто офигеваю. Я не могу ничего сделать. Последний бой попробуем с тобой. Если здесь ничего не получится, нам нужно будет прокачиваться. Бабуля прикольная, бабулю не хочу убирать. Но она такая ватная, что, блин, так же как и Кацуме. Пытаемся опять. Так. Смотрим. Понабежали охламоны, а? Просто понабежали. Давай. Так, ну она, по идее, сгореть должна. По логике. Бабуль, тебе придется сейчас... Слишком далеко стоит. Давай тогда, наверное, вот так сделаем. Тебя поставим сюда и... Провокацию. Этот лучник, наверное, бабку подбить хочет. Офигеть, они бомбят, блин. Просто офигеть. Хорошо, но мало. Ой, сюда, наверное, убежим. Теперь бабка в зоне риска, а? Да и коник тоже там. Да что тут такие маги, да эти-то все... Я не знаю, ребят, просто я не могу. Маги, ну чересчур прям вот имбовые. Всех запинывают. Как я уже тут не пытался. И кусты, и шманцы, и ничего не помогает. Просто разнос и все. Нет, не могу. Не могу, ребята, уж извините. Не хватает силенок. Надо прокачаться маленько. Надо проходить, наверное, дополнительные всякие задания. Пойдем смотреть. Здесь у нас с тобой что-то есть. Давай, поехали. В бой. Одна карточка откатилась, поэтому... Можно здесь подраться. Начать. Молния, да? Погнали. Пропускаем ход. Так, отойди, потому что сейчас, наверное, стрелки выйдут. Один вышел стрелок. Прекрасно. Так, здесь сделаем таким вот образом. Лучика поставим сюда чуть поближе. На. Вот живчик-то, а ты посмотри. Так, выходить не будем туда. Нам это незачем. Вот Монти надо подвести чуть поближе. Так, ну тут прекрасно, все, молодцы. Блин, туда вот не хочется, ребят, выходить. Давай пропустим, пускай наши там разберутся с ними, с этими скелетами. Разобрались. Пропускаем ход. Оу, стрелки вышли, ё-моё, начали тут бомбить. Иди сюда.
Ну что, влупим, наверное, огоньком тогда с тобой уже. Блин, я огоньком... Говорю, влупим огоньком, влупил. Так, минусанули здесь, давай добьем. И здесь даже не достаешь. Да что ж ты такой, я не знаю. Лучник называется, который не может даже выстрелить. О, коника подбили. Бабуль, давай. Твой выход. У нас нет, да, с тобой? Молнии. Я офигею с этого лучника. И толк у меня от этого лучника, если надо подходить близко и стрелять. Ну скажи, а? Бредятина какая-то. Давай хотя бы этого бомбанем. Че? Сколько тут еще? Это последняя волна? Нет? Ну, пропускаем ход. Еще. Вот она, последняя волна. Пришла. Минус. Минус. Так, бабуль, ты на дорожку сделаешь свой фирменный? Он даже не достает. Пропускаем ход. Ну тут прошли. Опа, опа, опачки. Слушай, ну неплохая, в принципе, награда. Мало, конечно, всего, но больше нам все равно не дадут. Карточек больше нет. Я больше не могу тут дрынкать. Давай посмотрим, что еще тут за режим. О, могу сокровища, ребят, поискать. Могу, хочу и буду. Два сундука здесь можно, да, поймать. Что это за чувак? Мне кажется, это какой-то баффер. Угу. Давай сюда. Атакуй. Бомби. Правильно, так ему. Ать. Сундук. Хотя, что я делаю-то, а? Мне надо было давно призвать мою армию трясогузки, и все было бы отлично. Верно я говорю? Конечно. Мои солдатики здесь сейчас устроят такой переполох. Нам и проще будет так с тобой все это собирать, забирать. Ого! Превратился в какого, ты видел? На-ка. Гемы. Неплохо. Зачем ты туда встал? Я показал тебе стрелять. А, он же не стреляет по шипам. Добиваем. Так, сундук наш. Золотишко забираем. Осталось два хода. Так, вот он сундук. И вот как всегда, друзья мои, блин. Последний ход. Вот не могу я вот этот последний сундук, не хватает этого, чтобы добежать. Слушай, какой-то осколок получили с тобой. Они специально его бросают в такое место, чтобы до него не было возможности добраться. Я уже это замечаю не один раз, ребят. Попробуем сейчас. Уже специально взял лучника этого и нифига. В плане втроем. Иди ты. Дракона дай мне. Сундук, даже не один. Погнали. Черепок какой-то достали. Так, ну здесь надо вызывать помощь друга. Блин, ты зажали меня здесь. Вообще невыгодное положение у меня. Ты будешь вызывать этих-то? Вот, конники. Сундук открывай. Или ящик-то, ящик. О, что-то еще вытянули. Так, значит, в этих ящиках довольно солидная награда находится. Ну, блин. Тут деньги.
И гемы как бы нужны, блин. Хоть-то разорвись. Забрали. Последний ход, блин. Ну ладно, фиг с ним, ну не успел я там добрать чуть-чуть. Но зато смотри, неплохо. Неплохо мы с тобой тут нахапали. Это все для прокачки наших персонажей. Элементы. Не хватает у меня, да? Ладно. Здесь мы выполнили задание. Ну хотя бы немножко денег подняли с тобой. С ними так, напряженка. Какой еще там у нас режим остался? По-моему, если не ошибаюсь, только лишь арена. А, нет, нет, друзья мои, драконы. Погнали. Будем с драконами драться. Убывающая луна. Мы будем преследовать рассвет сквозь вечность. Неплохие высказывания. Слушай, а давай мы попробуем бабулю. Блин, эту-то надо было убрать, наверное. Бабуль, ну-ка, вжарь-ка. Слушай, вот наяривает она, да? Тынь, тынь. Сюда. Посмотрим, куда он полетит. А, подожди-ка. Не, так лучше не делать. О, сразу, сразу разошлись. Даже не буду тратить. Лучше сразу вжарю. Вот так вот, скрита. Давай вот так вот сделаем. Сюда. Сюда. Эть! Уничтожили бабулю. Уничтожили, ребята, а не бабулечку. Окей. Ребят, я свой собственный рекорд побил. 874 дамага уже нанес. Еще наносить продолжает. Так. Все, отдоносился. Ну, 968. Я считаю, что это неплохо. Тонны урона. Если бы, да? Так, давай-ка еще продолжим. Потому что, ребята, когда мы убиваем дракона, мы с вами получаем сундучки, сундучки с довольно неплохой наградой. У меня еще есть попытки, поэтому продолжаем. Кабанья пасть. Бабуля тут, кстати, да, очень неплохо. Вот это вот я уберу. Попробуем вот так вот сделать. Через Кацуме. Поехали. Пускай они его нахлобучивают. Давай так вот. Нормуль. Ох, даже не знаю. Давай, поехали. 99 урона. 58. 47. Под критовку. 23. 29. Я, ребят, ни на кого не отвлекаюсь, чисто бомблю дракона. Потому что толку от того, что мы бомбим яйца эти, вообще никакого нету. Нам это не засчитывается. Блин, вот здесь, конечно, придется. Да, здесь, конечно, ребята, плохенько сыграл. Что-то пошло не так, как надо. Нифига тут мой дракончик стоял до последнего. Молодец, красавчик. Рыцарь, бедняга. Кровотечение на нем висит. Но все равно 754. Я считаю, что это хорошо, ребят. Оу, Кацуме у меня получила уровень. Тоже приятно. Так, ну у нас с тобой еще последняя попытка. Так, давай посмотрим. Улучшить. Ох ты, это что-то новенькое, да? А, если она не атаковала в прошлый раз, понял.
Так, магическая броня. Поехали. Еще одна попытка у нас с тобой есть. Так что давай, как говорится, наваливать. Бабулечка. Да пускай будет. На тебе. На. Не достаем, да? А так опасно делать. Пропускаем ход. Эх, бабка не успела даже использовать свой, ребята, суперудар. Я так рассчитывал. Ну-ка, попробуем. Вылупляем. Ой-ой-ой, консумы тоже, ребята, ватненькая, да? Получается. Так это новоиспеченные персонажи, поэтому у них, как сказать, нету того самого дамага, которого требуется. Так что прошу, не обессудь. Бам, с дракона подбили. Ну, что там застрял-то где-то, не могу понять. Что с рыцарем не то было, я не понял. Застрял в тот раз и все, ничего, ни туда, ни сюда. Ну тут, конечно, похуже, 600 всего лишь дамага. Ну, 600 дамага, это тоже дамаг, извини меня. У него уменьшается полосочка здоровья, и все, и это круто. Фу, что у нас там по чатику-то, ребят? Свежий стейк пожертвовать. Так, рыбазом повысь меня. Так, получено когти. А что мне-то нужно для прокачки? Может быть, тоже что-то у ребят заказать? Хотя пока... пока мне нужно повысить им ранг. Что вот тебе нужно? Блин, где вот эти вот рубашки найти, а? Ну-ка посмотреть. Вперед. О, рубашечку он достал. О, смотри-ка. Погоди. На кого искал? На рыцаря, да? На нашего. Еще две рубашки нужно. И три пары сапог. Так, сапоги, рубашка, деньги, рубашка. Что на сегодня закончилось? Попытка? А тебя можно попробовать вытащить? Есть. Все, попытки кончились. Да блин, двух сапог не хватило, а? Энергии нету, да? Попросить у гильдии. Ну, я думаю, с сапогами-то... Чё там? Я же думаю, ребята, сапоги-то смогут найти мне. А сколько нужно? А как показать, сколько мне нужно? Мне нужно двое сапог. Его знает, как тут показать, сколько тебе нужно сапог. И немножко, ребят, осталось мне для того, чтобы получить 12 уровень. Удвоенный опыт. Смотрите, ветер магии приносит нам... Ну, а как это? Начало. Каждое воскресенье. Правило. Сражайтесь, как обычно. Во время событий вы получаете вдвое больше опыта за победу в бою. О как! Это только воскресенье, да, работает? Это будет завтра, друзья мои. Завтра у нас будет удвоенный опыт. Поэтому не пропустите этот момент. Не пропустите. Так, что у нас тут еще?
Ну и вроде бы пока все, да? Ладно, дорогие друзья, на этом будем закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Ну а с вами был Рэй, всем удачи и до новых скорых видосиков.